И вот еще один вопрос от подписчика моего канала в Telegram. Будет снова два скрина. Тема на самом деле очень непростая, потому что многие люди во все это верят. И когда ты ставишь веру человека под сомнение, то автоматически становишься для него врагом. А я не хочу плодить себе врагов на ровном месте. Поэтому просто скажу, что все, что нам рассказывают о делах давно минувших дней, нужно проверять на соответствие исторической правде. Как-то пару лет назад я уже записывал ролик про санитарок, которые выносили раненых бойцов с поля боя. Вы сами можете провести эксперимент. Попросите какую-нибудь женщину протащить мужчину среднего телосложения по пересеченной местности хотя бы несколько метров. И это даст вам наглядный ответ на вопрос, могли ли санитарки вытаскивать раненых бойцов с поля боя или нет. Ну а по поводу того, насколько достоверно в художественных фильмах показаны события минувших лет, я вам приведу один пример. Сами погуглите в интернете, почему после смерти Сталина фильм «Кубанские казаки», казалось бы, веселая и жизнерадостная комедия, личным указанием Хрущева был запрещен на 12 лет.